Всем привет подписчикам канала Катюша Лайф. Всем на море, но мы не рады. Друг друга. Всем привет, ребята, вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свой новый влог с лагеря. Обязательно подписывайся на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал и ставим большие пальчики вверх. Обязательно смотрите предыдущий влог, как я сюда еду. Я нахожусь в лагере «Ласковый берег», и, пожалуйста, не задавайте такие вопросы в комментариях. Сейчас у нас, в общем, тихий час. Мы заваривали... Мы дошик заваривали. Два дошика заваривали. Вот так вот, да. Так, ребята, я сейчас буду краситься. Вот так вот. Ребята, я накрасилась. Аня красится. Даша накрасилась. Полина. Ребята, мы, короче, на выступление собираемся. Черно-белый низ, да, вверх. Умные. Все оценим ему. Что-то как-то это. Мы взяли банданы. Даша, покажите. Мы пошли на вечернее мероприятие. О, да. Всем привет. Всем привет, привет, привет. Сейчас будем вот там вот. Добрый вечер. Вас приветствует передача «Что, почему, зачем?». Команда «Умные». И вторые, не менее сильные игроки, команда «Дикие». Правильный ответ дала команда «Дикие». Аплодисменты. «Дикие». Всем привет подписчикам канала Катюша Лайф. Я черный негр. Что скажешь? Ты что тут делаешь? Че? Привет, подписчики Катюша. Передаю вам привет, желаю счастья, здоровья, успехов, семейного благополучия. Спасибо. Привет. Мы красавчики, нормально было? Здравствуйте. Мы идем на тратное место. Извините, что у меня сорвало. Вот наше место, где мы живем. Извините, что у меня пятно сорвало. Извините. Мы сейчас пойдем на ужин. Спасибо тебе, вот снимаем. Ой, так посмотри. Гетров. Будем кушать. Всем пау. Рада тебе. Все забывают голос у королевы, не раскрывали бабки и травы. Когда моя мне жена миллионера, мне кажется, как с этой я стараюсь. Ребята, у нас ужин. Вон, пятна типа. Всем приятного аппетита. Алиса ест. Я тоже.
Привет всем. Спасибо. А сейчас мы идем к Арише в комнату. Давайте снимаем. Я тут штаны завязываю, она снимает. Привет. День добрый. Hello. День добрый. Ребятчики, подпишитесь, пожалуйста, на канал Катюша Лайф, ставим лайки, колокольчики. Я знаю. Пишем комментарии. Все. Мы идем фоткаться. Ребят, там у них дискотека. Но я поснимаю вам на следующих, потому что так надо. Стал. Беловка. А нет, ты будешь печеньку. Дерево, что, Дива съел нас? Давай, помоги печеньку закинуть. Ой, фу, пану. Где? Что, яблочко? Да. Это все ешь? Все, что тут на столе лежит, это все тут. Показываю на следующее утро. Я ее кушать не буду, и блинчики, и чай, и да, и все. Ребята, сегодня у нас аквапарк. Вот мы идем купаться. Я вам поснимаю там. Так, ребята, привет. Вот наш аквапарк, там горочки. Вот туда пойдем. Ребята, мы после того, как пришли с аквапарка, сразу пошли на репетицию, на все такое. Мы очень устали, скоро пойдем на обед. Ребята, мы пришли на обед. Девочки выправляют волосы. Мы, короче, все злые, мы не хотим идти на море, и вообще мы ничего не успеваем. Мы даже не поставили, ну, нам поставили танец, мы его даже выучить нифига не успеем. Короче, мы все злые. Всем пока. Идем на море, но мы не рады. Не рады? Не рады. Вы рады? Чем? Чему рады? На море идем. Да, очень рад, до раз. Пошли на море. Да. Вот так, да? Найдем мочить ножки. Мы любим покупать. Да. Накрасились, сейчас будем репетировать жестко. Да. Мы порепетировали. О, закончили. Закроем флаг. Ну как мы, Елена. Испортила все. Ну смотри, если палка, да. Такие вот у нас штучки происходят. Вот наш флаг. Заберите меня, пожалуйста, домой. Психодно. Мы собираемся на мероприятие, но сначала на ужин. Наши футболочки, они такие эстет. Но они были... очень большие. Да. У нас 44 размер, а тут только 46 самый маленький. Ужас. Это на следующий день. Вот. К нам пришла Ариша с Мелитой. Мы сходили уже на море. Жатый. Да. Скажите что-нибудь. Запомните, я крутая. Ура! Мы идем на море. Всем не
ездите в ЛБ. Ну, вообще-то, да, пока. Люди купаются, мы идем на море. Во много возьмем. Привет, у нас сейчас будет вечернее мероприятие в таких футболочках классных. Эй, девушка, красавица! У меня есть рождение, а четвертый будешь ты. Всем привет! Всем привет! Молодцы! Вот такие футболки! Я бы со своей тебе понравилась, а еще мы идем на улицу! Мы идем выполнять задание. Почему у нас беседка за радуга? Мы идем на следующую станцию. Вот Никита, Миша там идет. Вот он. Любим Катюшула. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Привет. У нас мероприятие. Передайте привет Кате. Привет, Катя влог. Катя влог, привет. Катя Клэп, привет. Катя Клэп. Остальные рассортированы, там две команды ровные. Следующий день мы идем в бассейн. Мы пошли в бассейн. Катюша Лайф, любимка. А вот мы вот сюда, вот скоро сейчас пойдем, будем купаться. Логан. Мы пошли на спорт сейчас. Со мной никто не хочет влоги снимать. Идем на волейбольное поле, кушаем мороженое. У нас спорт час, у нас мальчики играют в футбол, а мы в волейбол. Катюша наша пошла играть. Как приблизиться? Такая вот блинка идет. Полина. Вот так вот. Опа. Там вот играет Катюша Лайф. Вот так вот у нас. Короче, я не буду, мне из-за ногтей не разрешили играть. Я тут обзор телефона Кирилла Пищенкова. Ребята, я уже забыла. Вот тут еще все еще играют. Жестко. Мы дежурим. Вот нам нужно всю столовую накрыть. Две смены. Да, все. Сядьте сюда кто-нибудь. Все, все, пошли. Мой лук вот такой вот. Вот Полина. Так я поменяю еще вообще-то все. Ну да, но у нее штанички такие. Второй юношеский по плаванию. Порядок на Виктория. Первый юношеский по конному спорту. Второй юношеский по...
супер жесткий. Ребята, у нас будет шаурма сейчас. Еще мы идем в магазин за продуктами, вкусятиной. Вот, ребята наши. Нам принесли шаурму. Да не, она специально на меня. Конечно, идем в магазин. Снимаешь влог для Кати? Давай мы очень красиво так станем, чтобы типа всякие мальчики, которые смотрят Катю, у нас. Мой инстаграм. Катя здесь обязательно напишет. На моем лице, да, отлично. Мы сейчас пойдем в магазин. Давайте посмотрим, что мы будем покупать. Катя обязательно сделает вам обзор того, что она купила. И я сделала вам обзор того, что я купила. Мы закупились в магазинчике, потом сделала обзор. И я купила вот это в Visa Zombies. У нас будет челлендж опять ночью. Удача. Все, пошли, гоу. Ребята, на следующий день мы на море, у нас сейчас какое-то мероприятие. Это кабанская бежишка. Да, а мы покупали. Первый, садитесь. Всем привет, ребята! У нас кабанская вечеринка. Давай, парк! Гимнальный мастер, у нас челлендж. У нас челлендж не зазомбись, не забомбись. Ну вот, короче, такое мы открываем. Вот наши конфетки такие черненькие. Давайте, раз, два, три. На какашки попали. У меня сладкая. У меня тоже. Тоже. У меня тоже не сладкая. А у меня горькая. Всем привет. Вот Катя. Команда готова. Болельщики готовы. На руку. Один, два, три, бегай. Стёпа. Стёпа. Привет. Привет. Привет, Бабло, Катя Лайф. Итак, вся команда бежит. Это у нас орбит денег на Соник. Что сказали? Нам четвертый отряд, короче, купил арбуз. Ребята, всем привет, у нас новый день. Сегодня мы идем на Лиман. Сейчас крашусь. У нас закончился тихий час. Мы скоро пойдем на мастер-класс. Потом у нас бассейн, но у нас из комнаты никто на бассейн не пойдет. Потом игра у мальчика в футбол. А потом мы идем на ужин, а потом мы идем на Лиман. Мы накрасились. Мы сейчас пойдем смотреть матч. Матч футбол, а потом на Лиман фоткаться. Всем привет. Мы едим мороженое и смотрим футбол. Наш хороший, давайте. Во-во, погнал. Блин. Мы идем на Лиман. Лиман идем, фоткаться идем. Вот это вайбик. Так вот идем. Тут вообще вайбик, ребят. Да. Солнышко, за что мы нифига не успеваем? А я хочу фоточку, ладно. Я тоже. Побегали. А то мы фоткаемся. Ну, быстрее отойдем. Ну, мы...
мальчики, можете мне сесть? Все, давайте. Там все, фото. 3-4. Только ФМ это знает, только ФМ. Юля! А где мой сумка? Я сам еще сумка. Юля, да, это еще сумка. Ну вот что это у меня за прям? Что это? Наш дом, наш дом, иди ко мне. Это небо, место сцены здесь все вверх ногами. Всем по два куска. Какие тут красотки едят арбуз. Мы пофоткались, идем домой. Флаги. Мы идем в аквапарк. Что-то избивают друг друга. Такая честь. Гортензия это или что это? Катя, сейчас там вопрос. Какой вот? Мы сидим на пожарной тревоге специальной. Машины сейчас. Все Даша все будет выпускать. Будут. Ну, всем привет, сейчас день какой-то интересный. У нас дождик. Так. Тут у нас что-то... Вау. О, да. Да, тут удобно. Доброе утро, Ласковый берег! Доброе утро! Что-то моим аппаратом. Да. Ребята, мы ложимся спать. Да. У нас очень кайфовый день. Кайфовый день. Алиса пошла. А у нас, кстати, бигбон. У нас бигбон. Вот так вот. Всем привет. У нас пельмени. У нас пельмени, прикиньте. О. Здесь очень-очень много людей в черном. Я думаю, что к вечеру выставить они все будут в черном, потому что мы у нас сегодня именно такое мероприятие. У нас интервью ты все заходит. У нас блокаут. Все глаза открываются. Нет! Юка, о, привет, нет. Катюша лайв. Богдан слышал. Че вы молчите? Ой, Катя, ты начинай. Изволь. Влог, все. Вот, нас Кирилл подкидывает. Ребята, мы покупались. Мы четвертый раз за смену. Да, вот. Дайте я покажу свои. Ребята, мы на Всем привет! Мы завтра к Даше придем с колонкой, с музыкой. Даша, какая у тебя любимая музыка? Привет! Я очень жду 9 августа. Катя начнет монтировать влог. Ну да. Так, ребята, я буду заканчивать этот влог. Обязательно ждите следующие влоги с лагерем. Подписываемся на мой YouTube-канал, кто еще не подписан, и также на мой Telegram-канал. Ссылочку вы найдете внизу в описании. Смотрите предыдущий влог, как я ехала в этот лагерь. А я с вами буду прощаться, и всем пока-пока.